Всем здравствуйте! Мы собираемся открыть для вас огромное преимущество использования прибора MedoLite, аппарат для терапии красным светом, который помог тысячам людей во всем мире улучшить свое здоровье, быстро избавиться от боли, эффективно бороться с различными проблемами со здоровьем, и все это без побочных эффектов. Со мной сегодня Оля Лопушанский, директор Биоптрон Нидерланды, натуропат и холистический терапевт. Здравствуйте, Оля! Приятно вас видеть! Здравствуйте, Ваня! Всем добро пожаловать! В последнее время мы все чаще слышим о применении терапии красным светом в медицине, что он эффективен, безопасен, хорошо применяется для лечения различных заболеваний. Действительно, лечение красным светом очень популярно в США и во всем мире. MedoLite – это медицинское устройство в соответствии с директивой ЕС. Это безболезненная, неинвазивная и неабляционная процедура. 100% натуральная, без применения химикатов и лекарств. В отличие от классических медицинских решений, которые часто бывают инвазивными и имеют побочные эффекты, лечение естественным светом с помощью MedoLite может быть очень эффективным. Он проникает в кожу, активируя клеточную активность, омолаживая организм. Его можно использовать в качестве профилактики, для поддержания здоровья или лечения. Некоторые эффекты, такие как восстановление мышц или улучшение тонуса кожи, после применения MedoLite достигаются быстро. Другие эффекты требуют больше времени. Это потому, что результаты зависят от здоровья клеток и других биологических процессов, которые происходят, когда красный свет стимулирует клетки. При хронических заболеваниях реалистичное ожидание результатов составляет более 1 месяца. Все реагируют по-разному, в зависимости от возраста и состояния здоровья. Как правило, наилучшие результаты достигаются через пару недель. Рекомендуется начинать с 15-минутного применения минимум 3-5 раз в неделю в течение первых 1-4 недель. Вы можете наслаждаться светотерапией как процедурой салонного качества в любое время и в любом месте, вместо того, чтобы идти к врачу или в салон красоты и каждый раз оплачивать дорогостоящие расходы. Вы можете использовать MedoLite, когда читаете книгу в постели, смотрите телевизор, сидите на диване, играете в компьютерные игры. Наслаждайтесь светотерапией в любое время и в любом месте. Оля, вы согласитесь со мной, что свет – это наша умная еда? Совершенно верно. Свет – незаменимый физический фактор, поддерживающий все жизненные процессы в организме. Живые организмы весьма чувствительны к красному и инфракрасному спектру электромагнитного излучения. Самый удобный и современный свет, который используется в современной медицине – это терапия красным светом. Устройство MedoLite – это устройство для терапии красным светом. Он имеет длины волн ближнего инфракрасного излучения около 880 нанометров и красного 640 нанометров. Взгляните на устройство. Интересен тот факт, что мы видим только 54 лампочки, излучающие красный свет. Остальные 54 кажутся выключенными, потому что человеческий глаз не может воспринимать ближний инфракрасный свет. Научные исследования показали, что эти длины волн проникают глубже в ткани, вызывая более быструю регенерацию клеток, заряжая их энергией и увеличивая кровоток, что позволяет увеличить поступление питательных веществ, а также высвобождение вредных продуктов метаболизма. MedoLite – это устройство для светодиодной терапии. Светодиод или светоизлучающий диод – это полупроводниковый прибор с электродырочным переходом, создающий оптическое излучение, пропуская через него электрический ток в прямом направлении. MedoLite имеет 108 диодов, конструкция которых основана на полупроводниках галлий-алюминий-мышьяк. 54 из них генерируют красный свет, а остальные 54 – ближнюю инфракрасную часть спектра, которая создает свет с лучшими медицинскими и физиологическими эффектами. Специальная конструкция линзы концентрирует свет и излучает его под углом около 30 градусов. Обычные лампочки излучают свет под углом 360 градусов, допустим, лампочки в нашей комнате. Светодиодный свет более мягкий по сравнению с лазером. Это свет низкой интенсивности с динамическим проникновением, без побочных эффектов и без риска повреждения тканей. MedoLite – это многофункциональное устройство, которое предлагает 5 разных программ с разными частотами. Программа 1
излучают постоянный свет, который оказывает значительное влияние на поддержание иммунной системы. Кроме того, он излучает пульсирующий свет. Программы 2 и 3 – это низкочастотный пульсирующий свет, а программы 4 и 5 – это высокочастотный пульсирующий свет. Программа 2 имеет частоту пульсации 10 Гц. Эта частота восстанавливает электромагнитный баланс в клетках, в органах и во всем теле. Имеет оздоровительный эффект, заряжает энергией и в то же время расслабляет тело. Эта программа рекомендуется для интенсивного восполнения энергии. Это усилитель энергии. Программа 3 имеет частоту пульсации 600 Гц. Она выглядит как постоянный свет, потому что человеческий глаз не может воспринимать ее частоту как пульсирующий свет. Эта программа научно разработана для лечения всех хронических болей, таких как боли в спине или плечах. Медолайт также имеет высокочастотный пульсирующий свет. Это программы 4 и 5. Программа 4 имеет частоту пульсации 3000 Гц. Рекомендуется как болеутоляющая при сильной боли. Программа 5 имеет частоту пульсаций 8000 Гц, что оказывает противовоспалительное действие, может применяться при синусите, артрите и так далее. Медолайт оказывает на клетке биохимический эффект, укрепляющий митохондрии. Митохондрия – это электростанция клетки. Это место, где создается энергия клетки. Молекула, несущая энергию, найденная в клетках всего живого, называется аденозинтрифосфат, АТФ. Усиливая функцию митохондрий с помощью медолайт, клетка может производить больше АТФ. Имея больше энергии, клетки могут функционировать более эффективно, они могут омолаживаться и восстанавливать повреждения. В области воздействия красного и инфракрасного света, ну, где мы ставим устройство медолайт, происходит образование оксида азота, расслабление мышц сосудистой стенки и снятие спазма – наиболее заметный эффект оксида азота. Подобный эффект можно наблюдать при приеме нитроглицерина при спазме коронарной артерии, когда есть угроза инфаркта миокарда. Человек сразу оживает и исчезает сердечная боль. В 1998 году трое ученых – Ферчгот, Игнаро и Мурат – получили Нобелевскую премию, потому что они обнаружили, что мы можем производить собственный оксид азота, который оказывает фантастическое влияние на наше общее состояние здоровья. Он усиливает кровоток, снабжает ткани кислородом, подавляет аллергические реакции, стимулирует рост либидо, улучшает эрекцию и оргазм, уменьшает воспаление, действует как аспирин, подавляя агрегацию клеток крови, тем самым снижая риск образования тромбов, предотвращение инфаркта миокарда. Медолайт – это портативный, сертифицированный медицинский прибор, содержащий 108 светодиодов, которые генерируют постоянный и пульсирующий красный и инфракрасный свет, который лучше всего подходит для производства оксида азота, снятия боли, ускоренного заживления ран и уменьшения воспаления и профилактики заболеваний, конечно. Предназначен для домашнего или профессионального использования. Легко его использовать, просто нанесите его прямо на кожу. Это контактная терапия. Это безопасная светотерапия, без ультрафиолета и побочных эффектов. Это идеальное устройство для всей семьи, детей и взрослых. Это доктор в вашем кармане. Почувствуйте облегчение боли уже через несколько минут после его использования. Почувствуйте приятное ощущение тепла. Это так расслабляет и так приятно. Я на 100% уверен, что вам это понравится. Оля, расскажите нам, пожалуйста, об интересном факте, кто первым применил светодиодную терапию красным светом. В 1993 году НАСА впервые начало использовать светодиодный красный свет. Их ученые использовали его для экспериментов по выращиванию растений в миссиях шаттлов. Результаты показали, что длины волн, которые излучают красные светодиоды, ускоряют рост растений. И по совпадению, в то же время кожные поражения ученых начали заживать быстрее. После этого великого открытия НАСА начало изучать использование светодиодов для доставки света глубоко в ткани тела, чтобы способствовать заживлению ран, облегчению боли и росту тканей человека.
Целью этого проекта было ускорение метаболизма человеческих клеток и регулирование потери тонуса костей и мышц у космонавтов в условиях невесомости. Эксперименты со светодиодным красным светом связаны с ЛИНТ, что означает L – лимфатические узлы для уменьшения отеков и воспалений, I – место повреждения для ускорения заживления и уменьшения воспаления, N – нервы для обезболивания, T – триггерные точки для уменьшения мышечных спазмов. Наша группа ученых и инженеров разработала протокол для более чем 60 различных терапевтических показаний. Давайте посмотрим некоторые из них. Прибор отлично подходит для обезболивания и противовоспалительного действия. В нашей повседневной жизни очень распространены травмы, боли и воспаления. Поэтому Medolite – лучший выбор для вас. Он всегда у вас под рукой, как ваш мобильный частный доктор. Научно и клинически доказано, что эти длинные волны обладают обезболивающим и противовоспалительным действием. Всего за несколько минут использования прибора Medolite вы получите мгновенное облегчение боли. Красный свет – это естественное обезболивающее. Благодаря своему идеальному размеру и отсутствию кабеля – Medolite является очень практичным устройством, которое можно носить всегда с собой, в сумочке, в машине, повсюду, вместо болеутоляющего. Он эффективен при болях в пояснице, плечах и шее. Это важно при лечении ревматологических заболеваний, остеоартрита, ревматоидного артрита и артроза. Терапия красным светом также эффективна в спортивной медицине. Используйте его при спортивных травмах. Уменьшите воспаление, восстановите свои ткани. Прибор рекомендуется для снятия мышечной скованности до и после тренировки, для травм мягких тканей и мышц, сухожилий и связок, мышечные спазмы, воспаление сухожилий, разрывы мышц локоть теннисиста, конечно же, несчастные случаи падения, трещины, переломы, синяки, отеки и спазмы. Научные исследования показали, что терапия красным светом очень эффективна при заживлении ран. Она эффективна при ожогах, порезах, ссадинах и царапинах. Medolite использует очень низкие уровни тепла, не повреждает и не обжигает кожу, а также не подвергает ее воздействию ультрафиолетовых лучей. В области применения прибора Medolite улучшается кровообращение, ускоряется выработка эластина и коллагена, а рана закрывается в 3 раза быстрее. Воспаление уменьшается, возникает антибактериальный эффект, а затем формируется новая ткань. Оля, можно ли использовать Medolite для антивозрастных процедур? Однозначно. Светодиодная терапия красным светом Medolite оказывает очень благоприятное влияние на способность фибробластов вырабатывать коллаген. Коллаген является важным белком, который восстанавливает поврежденные и старые ткани. Medolite оказывает значительный стимулирующий эффект на пролиферацию клеток и оксидантный взрыв. Поэтому Medolite рекомендуется при морщинах и других признаках старения кожи, акне, шрамах, ожогах и для уменьшения признаков повреждения ультрафиолетом на солнце. Увеличение притока крови к этому участку означает, что больше питательных веществ и кислорода питают клетки кожи. Это также приводит к выработке фибробластов и коллагена, которые помогают в коррекции и предотвращении определенных проблем с кожей. Использование терапии красным светом приводит к более здоровой и сияющей коже и помогает добиться более гладкого оттенка кожи. В результате кожа омолаживается, выглядит свежей и молодой. Терапия красным светом также очень популярна в дерматологии. Она показала свою эффективность при кожных заболеваниях, таких как розацея, экзема, псориаз. Вау, спасибо за отличную информацию. Если вы ищете новый метод для поддержания своего здоровья или выздоровления для регенерации абсолютно естественным образом, без побочных эффектов, с использованием научно и клинически проверенного медицинского устройства, тогда Medolite создан специально для вас. Он мобильный, как видите, он идеальных размеров, его можно везде брать с собой. Надеюсь, вам понравился вебинар. Будьте на связи. В ближайшее время мы предоставим вам больше интересных фактов и информации. В заключение,
Используйте Медалайт ежедневно. Оставайтесь здоровыми. Спасибо, Оля, и спасибо всем за внимание. До свидания и до скорой встречи.